Крис, здравствуйте. Короче, мне сегодня утром было так лень краситься. Вообще, я проснулась рано. В 6, даже в 5:30 утра. Потом сходила в ванну, помыла волосы, легла и уснула. Ау. Короче, ладно. Ничего страшного. 8 человек. О, уже что-то получше. Кент. Крис. Ой, спасибо. Я не накрасилась сегодня даже. Всем привет. Рассказывайте, как ваши дела? Как проходит ваша суббота? Что-то мне вообще не хочется работать сегодня. Хочется домой. Спасибо. Не хочу ничего делать. Сегодня будет эфир? А это что сейчас? Сейчас тоже эфир. Вот эта вот бойка, она меня бесит. Я ее даже не замазала. Ничего страшного. Что естественно, то не безобразно. Я считаю так. Вечером. Не знаю. О, Никита, привет. Один. Оля тут. Короче, мне нужно было кое-что купить, а там закрыто. И я расстроилась. Закрепить цель надо. Чтобы мне дарили котика такого красивого. Магер, ок. Люблю тебя. А ты кто? Что ты меня любишь? Бля, так некрасиво смотрится, типа. Мне было лень краситься, правда. Мне было дороже поспать. Я выбрала сон. Не быть красивой, а сон. Ой, еще не вечер. Блядь, забыла, как тебя зовут. Ростислав, наверное. Блядь. Да. Да все. Не помню точно. Рассказывайте, какие планы на вечер? Суббота как-никак. Каждый раз выбираю сон. Ну вот, я тоже так решила. Не хотелось не краситься. Невозможно встать утром. Согласна. Настроение прекрасно. Было бы. Краситься можно и на работе. Не, я с собой ничего не брала. Краситься не буду. Мне лень. Я из Беларуси. А ты? Ой, кто к нам пришел? Здравствуйте. Ну что, рассказывай, как дела твои? То, что по кайфу. Кстати, я даже не знаю, как тебя зовут. Как-то странно получается, да? Какие-то чеки. Интересно. Ясно. У нас, да. Холодно. Помыла, да. Короче, помните, вчера чел на эфире говорил то, что чтобы я не мыла микроволновку, он мне новую купит. Помните? Он слился, короче. Бывает. Как тебя зовут, говори. Бывает. Мне 70 лет. Ой, прекрасно. 70 лет. Прям как я люблю. Шутница. Алина. Вот видите, когда я сижу на работе, актив какой? 72 человека. Просто ничего не делаю. Просто сижу на фоне вот этого вот озона. Почему никто не спрашивает про озон? Я уже в возрасте. Прекрасно. Уважение к старшему поколению. 1,3 лайков. Давайте сделаем 50 тысяч лайков. Нет, давайте цель изменим все-таки. С женой живу 40 лет. Прекрасно, все, пока. С женой живет 40 лет, окей. Так, цель нужно изменить. Потому что котик этот, он слишком дорогой. Давайте у нас будут пончики. 10. Подтвердить. А я лучше мишек хотела бы. Ну ладно, ничего страшного. Не, работать несложно. Конечно, вчера этого делала, что он слился быстро. Какой именно? С которым я играла? Кирилл? Я его знаю. Не, он хороший.
Я просто говорю то, что мне вчера какой-то человечек писал то, что можешь не мыть микроволновку, я тебе новую куплю. На Озон работает прекрасно. Обзор посылок. А что? Какой тут обзор? Здесь все завалено. На Озон работает прекрасно. Обзор посылок. А что? Какой